такая вот у нас теперь забавная мордашка есть. И теперь последнее, что нам нужно еще здесь сделать, это ушки связать, а потом еще лепесточки от нашего подсолнуха. А теперь свяжем листочки для подсолнуха. Они вяжутся в отдельности, потом пришиваются. Так удобнее будет. Петля амигуруми. В петлю амигуруми 3 столбика. 1, 2, 3. Затянули петлю амигуруми. Кончик убрали наверх. Провязали воздушную петлю подъема. Дальше развернулись. И теперь в обратную сторону вяжем снова 1, 2, 3. 3 столбика опять провязали. Теперь снова этот кончик поднимаем наверх ниточки. Мы так ниточку прячем, чтобы она не развязалась, не распушилась. В обратную сторону опять вяжем 1 и 2. По одному из каждой петли. Из последней петли вяжем 2 столбика. 1, 2. Петля подъема, развернулись. В обратную сторону вяжем 1, 2 и 3 по одному из каждой петли. 3 столбика. Дальше из последней петли вяжем 2 столбика. 1, 2. Петля подъема, развернулись. В обратную сторону вяжем 1, 2, 3. 4 и 2 столбика из последней петли, 5, 6. 6 столбиков получили в этом ряду. И теперь нужно петля подъема развернулись, в обратную сторону провязать нужно 4 ряда по 6 столбиков в каждом ряду. По одному столбику из каждой петли вяжем. До конца ряда довязали, петля подъема развернулись и продолжаем обратно. Нужно связать, получим вот такие вот листики, и нужно связать таких листиков 12 штук. Вяжем. Провязали до конца четвертый ряд, закрепили ниточку. Закрепили ниточку и отрезаем подлиннее нитку для последней. И вот такие коротенькие кончики оставляем для промежуточных лепесточков. 12 штук таких листиков нужно связать и пришить их вот таким вот образом. Сначала пришиваем листики вот так вот через 2 петли, между ними пропускаем. То есть 6 листиков пришьем сначала. Вот так. После того, как пришили вот эти вот лепесточки, мы пришиваем листики, которые пришиваются между ними. Прикладываем вот так вот сюда, захватываем за нижнюю вот эту петельку, за косичку, вот так захватываем. Также точно пришивали те. Вот, прикладывали вот так сюда и пришивали отсюда. Теперь прикладываем вот так с этой стороны, закрепляем вот так за одну петлю. И за вторую петлю снова зацепимся также. И закрепим за вторую петлю. Дальше выходим вот тут между петлями в эту сторону. И опять теперь третью петлю захватываем. Закрепляем вот так. Теперь за третью петлю. Вот так четвертую захватываем петлю. За четвертую закрепили. Теперь этот листик приложим сюда. Этот сюда, а этот сюда. И продолжаем пришивать опять. Вот так вот за четвертую пришили. Теперь вот за пятую петелечку захватываем. Закрепляем вот так сюда и выходим уже дальше. И шестую петелечку захватываем и прикрепляем ее вот так сюда. За шестую петлю на голове. Дальше вот этот хвостик мы спрячем вот сюда внутрь. Закрепляем еще разочек вот так через край, чтобы этот хвостик не вылазил, ниточки. И выходим опять вот так сюда, впереди
перед следующим листиком. Вот так вот мы их пришиваем один за одним. Следующий листик опять прикладываем вот так же косичкой кверху, чтобы одинаково было. Все листики, когда пришиваются, поворачиваются в сторону мордочки. И продолжаем вот так вот пришивать опять с этой стороны. За первую петлю, потом за вторую. Две петли захватываем перед одним листиком, потом две петли, которые между листиками, и две петли на следующем листике, но уже сзади. Вот так мы их пришиваем все время. Это булавочка, точка разметки ушка пришива. Ушко лучше пришивать потом, а то оно мешает. Поэтому я сейчас даю вам сначала пришить лепесточки вокруг головы, потом пришиваем ушко. Итак, продолжаем пришивать все листочки цветочка подсолнуха. Потом вяжем ухо и пришиваем ухо. И наша мордочка будет готова. Итак, вот после того, как мы пришили листики, выглядит мордашка вот таким вот образом у нас. И теперь мне нужно связать второе ушко. Я первое уже связала. Вяжем два ушка одинаковых, тоже пришиваем их вот сюда. Ушко будет пришиваться вот так вот, смотрим, напротив середины глаза. Вот так вот получается вот эта точечка. Вот чуть-чуть ниже идет вторая точка, и вперед она уходит. И вот так вот посерединке где-то это вот эта точка, третья точка пришива, которая присоединяет кончик ушка, опускает его вниз. Итак, берем светлую ниточку и вяжем ушко. Ушко вяжем отдельно тоже из петли амигуруми 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, затянули, проложили маркер. И продолжаем вязать по одному столбику из каждой петли. Вяжем второй ряд, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали второй ряд, 6 столбиков. Следующий ряд делаем 12 столбиков. Теперь уже вяжем по 2 столбика из каждой петли предыдущего ряда. Захватываем один столбик и второй из одной петли. Дальше из второй петли провязываем тоже 2 столбика, 3 и 4. Дальше захватываем столбик, петлю третью, и получается 5 и 6 столбики провяжем. Дальше 7. И 8. И 9. Десятый. И из последней петли 11. 12. Провязали. Следующий ряд вяжем по одному столбику из каждой петли 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
провязали 12 столбиков по одному из каждой петли. Вот такую вот остренькую уже начинаем получать треугольную форму. И теперь дальше вяжем 18 столбиков. 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли, 1, 2. Снова 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли, 1, 2. И так вяжем до конца ряда, получим 18 столбиков и провяжем следующий ряд 18 столбиков по одному из каждой петли. Вяжем. Провязали ряд 18 столбиков. Вот такая вот уже фигура. Дальше теперь 24 столбика вяжем. 1 столбик из одной петли, 2 столбик из одной петли и 2 столбика из третьей петли. Так вяжем до конца ряда 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика, 1, 2, 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика, 1, 2. Получим 24 столбика в этом ряду и провяжем еще 5 рядов по 24 столбика в каждом ряду. Вяжем. Итак, вот я 5 рядов провязала. Последнюю петелечку провяжем полустолбиком, закрепим ниточку, маркер можно выдернуть. И нитку отрезаем подлиннее, чтобы ее заправить в иголку. Вот можно сразу, пока здесь удобно это сделать, чуть-чуть подрумянить внутри ушка, но это совсем не обязательно, потому что этого почти не видно. Итак, теперь заправили ниточку в иголочку и сделаем вот так вот уголочек этот, так же самые нижние петелечки, присоединим вот к этому уголочку, сильно туго не стягиваем, а так немножечко. Вот, вот такое делаем ушко и размещаем его вот так вот, вот в эту точечку, которая ближе к брови. Вот тут вот зацепимся вот так вот за основание столбика. И вот так вот подтянем сюда ушко. Разворачиваем его немножко вот так вот вверх, в эту сторону. Снова вот так задеваем сюда. За вот эти петли нижние и опять снизу зацепимся за основание столбика. Вот так закрепляем этот уголочек, с этой стороны ушко прикрепим и теперь проводим иголочку сюда, в эту точку. И сделаем то же самое, только уже на этой стороне. Вот так захватываем и ту сторону, которая внутри, вторую половинку, вот эту и вот эту вместе. Продеваем насквозь. И вот так вот закрепляем теперь вот тут прямо близко к этим листикам подсолнуха. Вот. И теперь можно закрепить еще вот так вот в ширину. Захватываем. И тоже вот так сюда прикрепляем. Несколько стежков сделали, закрепили. Ушко теперь держится. Вот оно выглядит вот так вот. Можно их вот так, может быть, оставлять, не знаю, но мне кажется, нужно сделать так, как там. Так. И последний стежок мы выводим сюда в нижнюю часть, вот в районе вот ресничек. Вот так вот загибаем ушко, захватываем вот так снизу. Сильно туго здесь не нужно, можно вот так немножечко свободненько даже сделать вот такой захват. Вот так подтягиваем и теперь за эту ниточку захватываем вот так вот и завязываем узелок. И поправляем ушко так, чтобы оно было чуть-чуть приподнято с этой, с передней стороны. И можно там немножко опустить его сзади. Вот так вот выглядит наша хрюшечка. Выглядывает из подсолнухов. А подсолнух этот, вот он сзади весь, в натуральную величину.
шапочка под солнышек. Сделали такой подсолнух, и теперь вяжем ему туловище, обаяшка. Вот такая у нас. Мордочка у нас готова, и осталось ей еще приклеить только глазки. Глазки нужно приклеить вот так вот, отодвигаем от края, оттягиваем. Они держатся там уже между петлями, но мы вот так вот еще добавляем сюда вот так вот немножечко клея по кругу. Вот так вот проклеиваем и прижимаем хорошенечко, оставляем их высыхать. Оба глаза делаем вот так одинаково, заправляем клей внутрь, прижимаем, и вот так вот глазки остаются, они приклеиваются еще дополнительно. Между петлями вязку и так плотненько оно садится, но поскольку это не держит гарантированно, а детки любят поковырять все, что отковыривается, поэтому мы еще их приклеим, чтобы они не очень отковыривались у них, прослужили бы немножко подольше. Связали, и давайте сразу, наверное, свяжем еще один цветочек, который у него как бы пришит на попе. Вот маленький такой тоже подсолнушек. Мы его свяжем сразу, чтобы он у нас был уже готов. И потом начнем вязать туловище. Черную ниточку берем в остаточках. Свяжем сейчас сердцевинку. Петля амигуруми, и в нее 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, стянули, проложили маркер. И провязали еще один ряд, 12 столбиков, по 2 столбика из каждой петли предыдущего ряда вяжем, 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10, 11 и 12. Провязали. И теперь вот так вот последнюю петелечку зацепимся вот так вот полустолбиком, закрепим нитку, отрежем чуть длиннее, чтобы ей уже и пришить. Вот, собственно, все, что нам надо. Подтянем хорошенечко еще эту ниточку, отрежем покороче, чтобы она тут вот спряталась у нас. Вот такая вот сердцевинка у нас будет у подсолнуха. И свяжем еще оранжевой ниткой ему маленькие лепесточки. Листочки мы свяжем вот так вот. Эту ниточку оставим, мы ею будем пришивать. А просто вот сюда вот в столбик следующий заводим нитку оранжевую. Закрепим вот так вот ее. Зацепимся здесь. Закрепили ниточку. И теперь вяжем в первую, в следующую петлю столбик 1. Теперь во вторую петлю 2. Петля подъема развернулись, теперь снова 1, во вторую петлю 2, и в петлю, где мы крепили, вот за эту воздушную петлю тоже зацепим, сделаем 3. Кончик этот можно и сюда вытянуть. Петля подъема развернулись, в обратную сторону вяжем, теперь снова 1, 2, 3. Третий ряд провязали, дальше опять петля подъема развернулись, в обратную сторону вяжем четвертый ряд, 1, 2, 3 столбика провяжем вместе одной петлей, закрываем так листик, отрезаем ниточку, кончик прячем внутрь. Кончик прячем внутрь, вот тут между петлями вот этими. Спрятать его поглубже, вот так вот сзади, с обратной стороны этого лепесточка, вот так вот. Теперь с этой стороны снова, вот тут вот, где мы уже вязали, в эту же петлю делаем закрепку. Опять закрепляем ниточку отсюда.
и начинаем вязать. Можно проложить его вот тут сразу в следующую, еще одну петлю вот так делаем подъема, как бы для столбика. Дальше продолжаем вязать 1, 2 столбика по одному из каждой петли. Дальше петля подъема, развернулись, в обратную сторону вяжем второй ряд, 1, 2, и за эту петлю тоже цепляемся, 3, петля подъема, развернулись, снова третий ряд, 1, 2, 3, петля подъема, развернулись, в обратную сторону вяжем 1, 2, 3, одной петлей затянули, закрепили, еще разочек закрепили, отрезали ниточку, спрятали ее вот тут между этими петлями. Опять делаем одинаково так все листики по кругу. Вот такой у меня получился цветочек. И вот эти вот кончики, я их все немножечко подклею, немножечко потом подрежу уже после того, как они подсохнут. Вот тут вот так вот по капелечке клея под каждую ниточку нужно разместить. Вот так вот, где ниточка, там рядышком клей. Где ниточка выходит из закрепки своей. Вот так вот сделаем. Вот теперь вот эту ниточку вот так подтягиваем и сюда прижимаем. Вот так вот прижали начало ниточек, основание их. А кончики ниточек теперь можно подстричь. Они уже больше не вылезут и не разлохматятся, они приклеены. Поэтому вот то, что приклеенное, придерживаем, а вот это вот отрезаем. Итак, цветок мы связали, подсолнышек маленький. И теперь будем вязать туловище. Туловище мы вяжем сзади, начнем вязать. Для этого и петля амигуруми, и в петлю амигуруми 6 столбиков вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, затянули, проложили маркер. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем по 2 столбика из каждой петли до конца ряда. Получим 12 столбиков в этом ряду. Следующий ряд вяжем 18 столбиков, 1 из одной петли, 2 столбика из второй петли, опять 1 столбик и снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. Так вяжем до конца ряда 1 столбик, 2 столбика, получим 18 столбиков в этом ряду. Провязали, следующий ряд вяжем 24 столбика, 1 столбик, 2 столбик по одному из каждой петли, дальше 2 столбика из одной петли, 1, 2, снова 1, 2 и снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. Так вяжем до конца ряда, провязали ряд, получили 24 столбика в этом ряду. Следующий ряд вяжем 30 столбиков. Для этого вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 3 столбика. 1, 2, 3 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Итак, вяжем до конца ряда. Получим 30 столбиков в этом ряду.
Вязали ряд до конца 30 столбиков, вяжем теперь до 36, расширяем, вяжем 3-4 столбика по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли. Снова 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли. 1, 2. Вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд до 42 увеличиваем. Вяжем 5 столбиков по одному из каждой петли. 4, 5. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. Продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд до 48 увеличиваем. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Продолжаем вязать по одному столбику из каждой петли. 6 столбиков. 4, 5, 6. И снова 2 столбика из одной петли. 6. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше продолжаем вязать до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По одному из каждой петли. Дальше 2 столбика. Из одной 2 столбика из одной петли. 1, 2. Продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по одному из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 54 столбика в этом ряду. И расширим в последний раз, вяжем 8 столбиков по одному из каждой петли. 4, 5, 6, 7, 8 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Продолжаем вязать по одному из каждой петли 8 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. 8. И дальше снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 60 столбиков в этом ряду. И провяжем 10 рядов. И провяжем 14 рядов. По одному столбику из каждой петли. По 60 столбиков в каждом ряду. Вяжем